Водозаборы городские у нас не пострадали от чрезвычайной ситуации. Но, тем не менее, нами выданы предписания на введение гиперхлорирования питьевой воды и о усилении лабораторного контроля, как самими хозяйственными субъектами, которые подают воду, так и лабораториями Роспотребнадзора. В настоящее время проводятся подворные обходы домовладений, пострадавших от стихийного бедствия. Значит, выявляются необходимые объемы проводимых работ по очистке, по дальнейшему проведению дезинфекции территории и также по проведению вакцинации населения, попавшего в зону подтопления.